Добрый день. Представляю вам кукурузу биколорную «Ракиль» от компании «Клоус». Кукуруза новая, но заслужила уже успех, в особенности, даже не как у фермера, как у покупателей, как одна из самых, наверное, самая сладкая кукуруза. Вообще биколорная, они самые сладкие кукурузы. 30% людей едят вообще их сырыми. Поэтому, то есть, если вы его возьмете, да, ну что-то, сейчас я вам покажу. Ну, здесь, конечно, вкус на камеру не передать, но в чем ее плюс? Во-первых, 72 дня. Вы посмотрите, за 72 дня выполнен початок. Если кто видел, да, даже те желтые кукурузы, которые мы вам показывали, толщина початка, обратите внимание, она толще и значительно толще. Початок где-то здесь сколько у нас? 22 сантиметра минимум. Вкус, это просто непередаваемо. То есть, если это где-то у вас место, где вы подаете со своих точек, это где-то, где много детей, это просто будет убойная вещь, потому что вкус прям сахар, реальный сахар. И я говорю, смотрите, 72 дня. Ну, в принципе, кукуруза, опять же, обратите, одевается очень хорошо. Данный сорт мы уже пробовали как на ранее, так и на летом. Он не открывается. Сейчас он. Опять же, хотите, опять покажу вам, да? Смотрите, кукуруза полностью закрытая. Вот он, сам початок начинается, да? Вот он начинается. Еще 4 сантиметра, 3. Есть полностью закрыто. Початок мощный. Красивый. На кукурузе, как всегда, один хороший початок идет, да, второй меньше. Но есть, опять же, при разреженных посадках бывает второй чуть меньше, да, то есть, но один всегда стандартно хороший. Заметьте, опять же, ботва мощная. Вот если посмотреть, вот здесь драйвер, он не намного больше, то есть сила роста у ботвы тоже достаточно хорошая. Реально, если вы этот рынок, если вы работаете именно на потребителя, на туриста, да, в особенности, то есть и у вас достаточно, скажем так, конкуренция по продаже кукурузы высокая, то если вашу кукурузу распробуют, да, то именно любители супер сладкой кукурузы будут все у вашего лотка. Поэтому это вкус, конечно, обалденный. Мы на работе, да, то есть когда прием в поле привозим, разбирают именно вот эту, уже все понимают, что такое биколорная. Это вот, ну вот обратите внимание, сейчас я кукурузу покажу, да, биколорная. Это она двухцветная, да, мы видим основной желтый фон и вкрапление белых кукуруз. То есть такие кукурузы всегда слаще намного. На этом спасибо.